яркий, талантливый, влюбленный в профессию, музыкант в четвертом поколении. Одним взмахом руки способен наполнить тишину прекрасными звуками музыки. Андрей Балин, дирижер и руководитель Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра. На днях коллективу «Виртуозов» исполнилось 10 лет. Мы предъявляем высокие требования к музыкантам. И с момента основания оркестра, с 2013 года, у нас очень много появилось молодых талантливых исполнителей. И в связи с этим мы повышаем свой исполнительский уровень. Выступаем на всех площадках города Москвы, в том числе и нашего любимого города Одинцова и всего района. Музыкально-театральные постановки, разножанровые композиции и не только. По традиции коллектив встретил юбилей на сцене. Дмитрий Трубач играет в оркестре уже 5 лет. По словам музыканта, работать в таком коллективе – одно удовольствие. Мы всегда очень переживаем за наши проекты, за наши концерты. И стараемся максимально, чтобы у нас все хорошо получилось и звучало очень круто. Не только поздравить, но и поучаствовать в юбилейном концерте Андрея Балина и его оркестра пришли самые близкие друзья и коллеги. Максим Дунаевский, Нона Гришаева, Сергей Маховиков, Дмитрий Четвергов. И это далеко не полный список. Аплодисменты, цветы, восторг зрителей. Таким и должен быть юбилей настоящих виртуозов. Татьяна Верняковская, телекомпания «Одинцова».